Всем привет! И в этом видео я хочу вам рассказать историю появления моих хомячков Кирпич и Карамелька. Для начала посмотрите на меня. Вы меня еще ни разу не видели. Вот я. В зеркале вы меня можете видеть. С планшетом. Ну и продолжим. Вот здесь живет у нас хомячиха Карамелька. Там 5 деток. Здесь наш хомячок Кирпичик. Это ее муж. Вы его еще... только в слайд-шоу видели. Я вам вживую его не показывала, потому что он часто в домике спит. Я вам расскажу историю появления. Получается, бабушки когда-то жили песчаные белочки в этой клетке. Но я в отдельном видео буду рассказывать, какие у меня животные были. Вот. Потом мы их отпустили, и осталась клетка пустая. Вот, и я предложила бабушке, давай заведем хомячков. Ну, бабушка согласилась, мы поехали, купили там, хотели черного мальчика и белую девочку. Мы так их взяли, вот, они были такие милые, и вот так вот. Потом, когда, так как я поехала к бабушке, получается, в гости, когда мама приехала, мама разрешила их взять себе домой. Я была очень рада, но мама сказала через неделю их вернуть бабушке. Ну, пока они маленькие, пусть у меня побудут. Ну, там было холодно, ну, и вы понимаете, да, мы их так и не вернули. Мама решила купить им клетку побольше, так как это была маленькая. Вот. Вот такая вот история появления. Они раньше жили в этой клетке вместе, ну, потом Кирпича сюда отсадила. Здесь она родила, начала таскать малышей в эту трубу, я ее присадила в маленькую клеточку, а его сюда. Вот таким вот образом. В одном из следующих видео, когда кормчата подрастут, я расскажу, что будет с кормчатами, когда они вырастут, кому я их буду отдавать и как бы все такое. А пока ставьте лайки, ждите следующих видео, пишите в комментариях свои предложения, подписывайтесь на мой канал, это там сверху, есть кнопка подписаться. Ну и до новых встреч, ждите новых историй. Пока!